Артисты музыкального театра выложили в сеть ролик, в котором, находясь на самоизоляции, каждый у себя дома, вокалисты исполнили песню «Матросов» из мюзикла Владимира Баскина «Одиссея капитана Блада». Что интересно, спели вместе с композитором. Мы не оглянемся назад. Моя А если у вас есть интересные ролики или видеосоветы о том, чем заняться дома на карантине, как поддержать друзей и родных, присылайте их на почту news@utstv.ru. Лучшие ролики мы покажем в эфире.